А это она, наверное, сдала, да? Сумочки тоже симпатичные. 9 евро. Принцесса Диана. Красивая. Какое интересное радио. Друзья, всем привет. 9 января. Мы с вами вышли за кое-чем. Покажу в процессе кое-куда. Сейчас хочу написать... Точнее, хочу сказать всем большое спасибо за добрые комментарии. Спасибо, что вы относитесь к моим видео с пониманием. И то, что вы понимаете, то, что это видео я снимаю, примерки, все это исключительно в развлекательных целях. Так, сегодня у нас 9, видите, уже начали выбрасывать елочки. Сегодня у нас погода такая интересная. Вчера было минус 23, а сейчас плюс 2. Смотрите, все тает. Кашка такая. А идем мы с вами в торговый центр. А еще мне нравится читать комментарии от людей, которые, не знаю, первый раз зашли или нет, или просто хотят немножко похейтить. Которые заходят, смотрят. Ну, во-первых, у тебя безвкусица полная, это ладно. Это понятно, вкусы у всех разные. Но больше всего, что мне нравится, это... У тебя кажется жир. У тебя кажется жир. Так и хочется написать или спросить, где? Где ты его увидела? Это пипец. Я иду в торговый центр, в детский магазин. Мне нужно посмотреть цену. Штаны такие. Ну, штаны, в общем. Так как у нас детских магазинов немного. В Ригу в ближайшее время по шмоткам я не планировала ехать. А здесь есть. Вот всегда есть на подхвате магазинчики, где можно приобрести то, что необходимо. Здесь и сейчас. Ну, тут у нас дама Монкунги. Здесь можно тоже вот приодеться. Бистро. Посмотрите. Тут какая красота. Сейчас тут идет распродажа. Если вам интересно, я подойду себя сюда потом и засниму поподробнее. Тут просто надо время. Посмотрите, сколько всяких тарелочек. Сколько всяких штучек. Да, вот здесь вот поковыряться бы. На любую тему. Так, вот тут я увидела, смотрите, морская тема отдельно. Вот, смотрите, 9 евро, принцесса Диана. О, 3 поросенка. Классно. Красота. Вот еще девушка знакомая. Это подвинули, это подвинули, ключи взяли. Просто. Сказка. Угу. Видите, и это еще так подвигали. И тут еще. Угу. Красота. Угу. А сколько стоит она? 229. Угу. Ручная работа. Смотрите, обратите внимание, сколько тут всяких машинок. Ну, тут я так поняла, что стеллаж для мужчин. Да, тут каждую вещь бы доставить, пощупать, показать. Шкатулка-головоломка, да, которую не так легко открыть.
Вот видите, тут у нас такой магазинчик, там, в общем, ребята, гулять не перегулять. Вот еще один магазин, но он уже закрыт. А я пришла в детский, тоже рядышком. Напишите, как вам нравится по таким вот антиквариатным походить, потому что я бы с удовольствием поковырялась, но не уверена, что будет интересно вам. Если интересно, пишите, я вернусь сюда. Девочки, мальчики, это просто караул. Вы представляете, что получилось? Вера пришла в магазин и как начала болтать. Я не заметила, как прошло полтора часа. Ребят, я ничего не засняла, я просто полтора часа разговаривала. Как такое получается? Ой. Друзья, всем привет! 10 января, 2 часа дня. Я наконец-то освободилась. У меня появилось время, чтобы пойти немножко поснимать. А самая главная цель — иду в магазин возвращать долг. Представляете, вчера купила штаны ребенку, а денег мне не хватило. Вот иду, отношу 5 евро. Вот что значит, видите, в секонд-хендах все пооставляла. И больше не было наличка. Вот, так что идем сейчас возвращать. Идем опять в торговый центр. Времени у нас, как всегда, мало. У нас по плану сегодня еще музыкальная школа, так что дело вот так. А сейчас мы с вами зайдем в магазин Каталея. Я только что узнала, что там, оказывается, комиссионный магазин, который люди сдают, в котором сдают люди бренды на реализацию. То есть там продаются оригинальные вещи, брендовые. Так что можно что-то интересненькое найти. А еще один магазинчик рядышком. Тоже можно найти что-нибудь такое интересное. Меня интересует техника. Видите, как? Какое интересное радио. Вот смотрите, тут какие штуки. Вот нашла Pierre Cardin новенькую сумочку. €45. Абсолютно новая сумочка. Видите, маленький магазинчик, и можно найти тут все почти бренды. Все новое. Сумок сколько, посмотрите.
тоже нашла себе кипарик. Вот это мы зашли. Оригинальное, да, пальто? Да, это оригинальное. Класс. Жалко, что не мой размер. Так могла бы кредит оформить. И сзади такой поясочек. Вообще шикарно. Да. Я думаю, мне подошло бы. Классно. С прампом же не заметила. Ну да. А это она, наверное, сдала, да? Не знаю. И боты крутые тут есть. Ничего себе. И шапочка тут тоже, кепка. Сумочки тоже симпатичные. Так, это я сейчас зашла в каталею и обалдела просто. Видите, у меня теперь шарфик есть от Луи Виттона. Насчет цен у меня не спрашивайте. Все, что могла, я засняла, но сама я не знаю цену этим вещам. Поэтому, возможно, у них есть какие-то скидки. Тоже не знаю. Опять же, времени мало, быстренько засняла. Самой интересно было посмотреть. Пальто от Шанель меня просто поразило. Цену даже говорить не буду, потому что дорого, но этот стиль мне очень-очень нравится. Зашла, посмотрела, сколько стоит это пальто. Ребята, нашла его в интернете за... Сейчас покажу вам фотографии, которые я нашла. Понятное дело, что здесь оно стоит немного дешевле, но это просто шик. Просто дотрагиваешься до чего-то очень дорогого. Смотрите, еще совсем недавно тут было все в снегу. Сейчас за пару дней все растаяло. Там виднеется, видите, за деревьями виднеется Дублская церковь. Погода просто шикарная. Так вот, в этих магазинах, как только люди сдают что-то, какую-то интересную вещь, или как только... привоз какой-то, я не знаю, что у них там происходит. В общем, как только появляется что-то новенькое, они тут же выставляют у себя, наверное, на Фейсбуке. И охотницы за модой, охотницы, которые уже знают, что там такое есть, они тут же просто резервируют или тут же бегут покупают. Еще даже не успевают даже в магазин завозить, я так поняла. Видео получается, как всегда, бегом-бегом. Сначала мы вчера зашли в один магазинчик, немножко пробили поляну, посмотрели, как там что происходит. Сегодня зашли во второй, увидели, что там есть бренды, да, вот это вот. Они находятся рядышком друг с другом. Вот, поэтому видите как? Я не знала, например, что такое происходит, что можно вот в гуманитарку приносить какие-нибудь вещи там. Буду ждать ваши комментарии, как вам нравятся такие магазинчики, нет. Если нравится, то будем еще ходить. Еще, я знаю, в Риге пару тоже классных магазинчиков, там, где можно найти что-то такое этакое. Знаю людей, которые прям специально иногда ищут или на подарок, или на свадьбу, или на день рождения какую-то вот такую побрякушку, какую-то эксклюзивную статуэточку, которую, ну, не купить сейчас нигде, кроме как в антиквариатных магазинах, да? Так, только что посмотрела, что я засняла в магазине, где тарелочки, где Диана была. Поняла, что мне мало. Мало, надо еще немножко быстренько. Времени у нас, как всегда, 10 минут до закрытия. Самое интересное время, когда надо бегом-бегом. Красавчика такого. И эта полка 50% скидка, да? Да. Вот ее тоже куда-то можно, или в салон, да? Или на фотографии красивая.
И эти ночники такие красивые. Я думала, что это улитка, а это оказался котик. Так, тут тоже, смотрю, распродажная, да, по 9 евро? Да, угу. Да, и в этих витринах тарелки тоже по 9, с такой цены уже не будет.
друзья, всем большое спасибо за просмотр. Буду ждать вашу реакцию, нравятся вам такие видео или нет. Нравятся ли вам всякие старенькие штучки, антиквариат. Пишите, буду читать. Всем... Я считаю, что такие магазинчики просто находка для людей. Первое, для коллекционеров, потому что там, я знаю людей, которые даже тарелочки вот эти вот коллекционируют, да, у которых на стене прям там сказка просто оформлена, да. Потом просто для декора, да, домой что-то, какую-то штучку найти, или какую-нибудь надпись, или картину, тоже можно очень по хорошей цене найти, да. Тем более, как сейчас я была, то, что там распродажи. И второе, очень классно для людей, которые занимаются, например, фотографом, да, или видеографом, которым нужно как-то оформить, ну, или фон оформить, да, если, например, человек снимает. Вот видите, у меня сейчас хорошо было бы, там что-то светилось бы на стеночке, да. Вот, или фотографам, которым нужно сделать тематическое какое-то, там, не знаю, морскую тему, то, что я сейчас снимала, да. То есть для фотографов это просто находка. Вот. И также очень классно, если организация вечеринок, да, можно найти что-то такое. Но опять же, это морская тема, если тема, не знаю, юбилей, что угодно, можно вот этих побрякушек напокупать и очень красиво все оформить, организовать, я так считаю. Поэтому для вот таких людей это просто находка. Я же себе присмотрела, с удовольствием купила принцессу Диану, принца купила бы, Мерлин Монро купила бы. Но я просто не представляю, куда мне это все вешать, да, куда. Ну, тарелочки просто шикарные. Также я видела тарелочки из сказки, три поросенка, красная шапочка. Классно, классно, можно все. В общем, я довольна, мне очень понравилось гулять в таких магазинчиках. Если вам тоже интересно, я знаю еще несколько мест в Риге, которые магазинчики можно было посетить. И, ну, посмотрим на вашу реакцию. Еще была бы моя воля, я бы, наверное, скупила бы всех этих котиков, разложила в квартире по углам. Там видели котик, который свернулся в клубочек, просто красивая кошка. Потом мне понравились слоны. Да, я знаю коллекционеров даже слонов. Вот, поэтому, ну, люди ездят в разные страны для того, чтобы привезти вот какую-нибудь такую штучку, да, какую-нибудь статуэточку, какую-нибудь побрякушку на память, да, а у нас можно все это купить рядом. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр и всем пока!